Всем привет! С вами я, Магистр, на канале Магистр Плей. Сегодня будем играть, продолжать играть игру под названием Джек Смит. Это уже по счету пятая серия, и в прошлой серии мы начали все просрали. У нас, конечно, 11 уровень, и мы продолжаем. Вот мы дошли до сюда, потому что мы сдохли. Нам собака говорит. Водяной, ледяной, обычный, ледяной, водяной. Короче, нам нужна вода и ледяной. Так что мы идем к мудаку и просим у него ледяное. И больше ничего. Так, корова. Так, чтобы мы сейчас не просрали, я использую железо. А то просто раз мы к чертям собачьим просрали. Это очень даже грустно. Просрали драгоценности. Так, еще одна корова. Красава. Будет на атаку давать. Авен коммент. Грак. Префект. Ладно. С последней немного перестарался. У нас сегодня будут хорошие. Уголь. Не, чисто насрать, 195. Как всегда, мы на позитиве. Конечно, я буду играть не только игры. Там будут и Roblox, и еще какие-нибудь другие игры. Но так как сейчас моя цель пройти, сегодня будет дохрена роликов, а не психуй. Там щит, потом щит, атаки давай. Крафт 10 топоров, макросава. Так, следующий у нас опять копинус. У меня очень много золота, давай одну золотую создадим. А щит мы создадим. Для него нужно 16. Ну, придется щит делать из говна. Блядь. У нас нет сегодня огня. Так, я пригодил. Тихо. Не хотел помереть еще таким образом. Это золото. Оно мощнее. На него нужно аккуратно потратить. Сука. Да не нужно мне говно. Можете быть получше. Блин, 100-193.
197. Погнали в бой. И мы поехали. Кто у нас там? Мне бы алмаз, но потом какую-нибудь хрень сделать. Сорян. Мне кажется, мы проиграем. Блин, быдло, опять сдохли. Что мы получили? Новый лук. О, раньше мог дать мне это, сукин сын. Короче, огонь и вода. Больше воды берите. Еще лучше, больше железа. Сильнейшее оружие. Мы должны победить сегодня. Сто с чем-то. Сейчас сделаем из железа. Не просираем алмазы. Делаем его более прочнее. Perfect. Давай, давай, давай.
Ладно, 99. На тебе тоже топор 90. Что там еще? И мечник. Золото. Будем дозить самые сильные войска. Мы уроем его. На этот раз мы там выиграем. Так, сначала уйдем этот. Нам нужна атака. Нос фигачит. Ладно, пофиг. Нужно больше хп, чтобы нас не убили. И много атак. Вперед, ребят. Ну ладно, и плюс 37. Это не самое главное. Самое главное надрать ему задницу. Я на огонь вообще не топил. Блин. На ловисы шапалаха святого. Не знаю, почему он святой, сколько радости он стал святым. Ну просто святой шапалах. Вот на задний фон надо музыку поставить, это слишком тихо кажется. Ну и последнее быдло. Это босс, погнали. Мои изумруды, мы изнасиловали его. Собираем тут очень много ресурсов полезных. О, есть. И мы победили, и мы получили достойную 13 уровень. Красава. И вот какие мы ресурсы сегодня добыли. Не так уж и мало. Вот что-то новое. А, да, новый монстр. Петронов. А, мы ровно до него дошли. Ледяной. А, это каменный. Ага. Спасибо. Теперь нам нужно 3 войска. И мы это будем продолжать следующий. Так что всем пока, с вами я был магистр, вы не все следы. Тогда мы в самом магистре были, когда магистр плей, не следующие серии. Всем пока. Не забудь, конечно же, поставить лайк, подписку на канал, колокольчик, не пропускать новые видео. Всем пока.